Привет всем, а мы продолжаем играть в Asterix Obelix XXL. И мы продолжим остановились на том, что мы играем на уровень Нормандия. Поехали. Нормандия, как по мне, в принципе, ничего страшного нету. Так, я в силу того, что относительно немало времени играл, то я немножечко успел что-то подзабыть в этой игре. Первое, это у нас есть секретка. Секретка с пинком на голове. Их всего по карте 11 штук, что уже говорит о том, что уровень будет довольно-таки продолжительным на самом деле. И вот у нас первое поле боя. Все стандартно. Я, опять же, буду пропускать диалоги. У нас тут рассказывается в основном про элемент пазла. Боже мой, вот это вот. Я вот не могу теперь среагировать ни на что. Надо вон тут. Да, я сейчас туплю очень жестко, поэтому. Уже оставили чуть хп. Так. Йоп. И бах. Бум. Веселая комбо на самом деле. Но я не помню еще остальные. Так что... Эй. Успокойтесь, ребят. Что нам надо? Нам надо просто сейчас с Фериксом подойти. Не, я вот думаю, как-нибудь может добраться сначала вот до этого вот. Опа, опа. Есть такое дело. Дальше у нас щиток. Он не мало того, что восстановит их хп, так еще и... Ладно. А, не, уже не ладно. Уже надо как можно скорее. А, не успел, ладно. Использовать этот множитель. Черт. Пойдем выполнять дальше. Мы подходим и просто тянем Астерикса вперед. Ну, у нас тут, конечно же, всякие нелюди появляться будут. Даже без них. Бум-бум-бум-бум. Я пропустил десяточку. Жух. И поехали дальше. Так, где-то наш Астерикс. О, и, наверное, вот здесь множество, я насколько помню. Так точно. Ну, так всегда проходит. У меня происходит игра. Вот видите, что тетива, или как назвать, веревка покрасила, это значит, что она была на грани разрыва. Вот. Эй. Ты чего? Парень, ты чего? Так, давайте дотянем-ка его. До конца. Чтобы пройти дальше. Так, тут у нас есть вот эта вот плюшка. И тут у нас множитель. Это обязательно сейчас понадобится. Потому что тут есть такие штуки, на которых у нас падают тоннами эти шлема. И, в принципе, я не буду заморачиваться в этих уровнях собирания шлемов. Они пойдут сами по себе со временем. Так, еще тут есть... Одна секреточка, это вот, вот, дальше вот, и снова разбегаемся. Ну, это такая не спрятанная на самом деле секретка. Тут у нас магазин, тут нам сейчас ничего не надо.
поражай соки, что множитель в конце. Так тут тоже ничего особо не объяснять, рассказать просто, что внизу римляне, и то, что за каждого убитого римляна нам дают. У нас поднимается вот эта вот платформа. Так, тут у нас наш известный уже факел, который, наверное, является чуть ли не главным компонентом каждого уровня. Скажем так, в этом уровне он, пожалуй, будет играть основные паты. То есть, допустим, это надо добежать вот куда-то сюда, прыгнуть на триггер. Когда мы в форме играем за Обеликса, у нас... Как бы сейчас это сформулировать? Когда мы играем за Обеликса, а Астерикс там где-то стоит, то у нас факел горит значительно медленнее, примерно понятно по какой причине, в принципе. Чтобы не было таких бед. Но мне надо сейчас добраться до низа. Я не помню, правда, где тут сейвпоинты. А, тут нет сейвпоинта, тут просто... Но! Неужели не обязательно его надо убивать? Успел. А был бы в Астериксе и Обеликсе блок, я бы его частенько прожимал. Так, все сломали. Перезажигаем на всякий случай, идем дальше, потому что вроде бы тут что-то будет. Для чего нужен факел? Или не будет? Тут у нас уже сейвпоинт первый. Я думаю, мы... В этом уровне до второго сейвпоинта дойдем и пойдем дальше. Нет, у нас тут костер уже есть. Ах, да. Чуть не забыл. Я сейчас мог за это немного поплатиться. У нас тут сейвпоинт. И у нас тут какие-то, я не знаю, викинги. А еще у нас есть деньги. Не, ладно, черт с ними. Мне кажется, или их можно. Все, нормально. Музыка такая, я не знаю, немного необычная. Она необычная только в момент пения. Все, финит а-ля комедия. Ой, серьезно, зачем так много зелий в одном с этих коробок? А хотя... Что, мне хуже, что ли? Оу, нормально. Тут вообще зелий неимоверное количество. Оу, это сейчас хорошо. Боже, боже, боже. Зачем столько? Объясните мне, зачем в этом левеле столько такого добра? Точнее, в этой половине. Не, я, конечно, понимаю, зачем там пару зелий было бы, но зачем сразу целых, я не знаю. Хотя, в принципе, так мы доберемся быстрее. Нормально. И пока что нам не понадобится, да?
Вот это вот интересная часть уровня. Я тоже в ней давно не был. Катаемся. И надо собрать приблизительно 200... 2000 шлемов. Ладно, я не знаю, о чем речь. Еще желательно не сталкиваться с этими колючками. Но я это я. Ой, ну. Давайте. Не уверен, смогу ли собрать все 2000. Черт. Мы можем прыгать, да? Это тоже интересно. О, мы собрали 2000. Ладно. Оу. Вау. У меня хп мало. И это очень печально. Ну, мало того, что собрали 2000, мы еще накапали сверху. Это вообще прекрасно. What a ride! Here is your prize. А вот это вот хорошо. Сразу бы сказали про такие призы. А теперь момент, который я до сих пор не могу разгадать, на самом деле. Да, первый выключатель сразу же здесь. И насколько я помню, этот выключатель разламывает вот эту вот кучу, и в ней вроде бы находится... Я вот не знаю, кстати говоря, вот... Вот как туда вот добраться, я не понимаю. Вот сюда вот. Как? Каким образом? Так. Вот тут надо... Тут тайминги. Вот ты ж ё. Тут не просто тайминги. Тут мрази. Ладно. Я его просто пошлю куда-нибудь. О. Вау. Еще и освобождается. Фу. Где бы жизни знать? Взять. Знать бы. Боже. Вроде продавца я сейчас здесь не вижу. А с жизнями у меня полный гоплык. Или они надеялись, что я возьму этот щиток? Ай-яй-яй-яй. До свидания. Эх. О, вот как. Хилимся, живем. Я полагаю. Просто как-то умирать не хочется, а отхиляться тоже негде. Не помню, тут должны же быть вроде бы были зелья когда-то. В тот момент, когда шлема не нужна, а зелье или хп нужно. Нужно просто на кошмар. Я не помню, они внутрь эти копии выпускают или нет? Первонаперво это. Затем найти
все. Все хорошо, все замечательно. И я думаю, мы можем все-таки теперь разломать ту штуку. Получить с нее я лучше отойду за километр другой. Получить за нее, насколько я помню, венок. Так точно. Тут у нас есть катапульта, но мне интересно, что там. Я не знаю, есть ли тут сейф-стеты, но... Я не знаю. Рискуть, не рискуть. Просто кажется, что продолжение вон там, но... Куда эта катапульта отправляет? Может, она отправляет как раз на верхушку этого всего добра. А может, нет. Что-то мне кажется, я улетел куда-то далеко. Ага, я улетел в начало. Я понял, это чтобы переехать заново. Уф-уф-уф-уф-уф. Живем. Ой, так то есть еще и тормозить, оказывается, можно. Надо какой-нибудь щиток подобрать. Просто позарез. Надо найти тот самый щиток. И... среагировать и забрать. Потому что... с таким количеством хп я долго не продержусь. Вот. Вовремя прыгнуть. Нет, не вовремя. Грусть, беда. Что говорится. Фу. Грусть, беда, нет хп. Ладно, там, я думаю, ближайшее сохранение и мы на этом закончим. Да, вроде бы вот тут. Буквально за этим проходом нас ждет друид. И мы там можем сохранить игру. О, еда. Мы снова переключаемся на Обеликса. Ой, Обеликса, я уже имена путаю, Астерикса. И за этим проходом... Иди отсюда. Это не сильно похоже на сохранение. Но тут есть ХП. Что уже является большим плюсом. Пум-пум. И снова нас ждут... офигенные задачки с... факелом. Цели которых будет. Целью которых будет пронести огонь. И как видите, ветер все их сдувает. Поэтому надо ждать. И на ближайшие пролеты. Некоторые даже вот так вот любили делать. Я помню, тоже здесь делал. Чтобы. Якобы восполнять это все. Да. Я не понимаю, почему она не догорела, хотя я прошел под ветром. А вот теперь догорела. Но я хочу избавиться от этих созданий. Потом они мне немножечко помешают. Ну-ну-ну. Да сколько же вас тут, ребят? Как вы туда пришли? Я черт с ними, пойду все равно. Надо бы.
Я начинаю понимать, почему некоторые даже сейчас так делают. Просто чтобы немного развеять скуку. Все замечательно. Что там? Ничего, ладно. Или я, по крайней мере, ничего не вижу. Знаешь, что уровень очень долгий. Но в этом есть определенные... О, немного глубже. Ну, тут есть. Нету. Ну, грусть, беда. О, успел. Надо же. Я даже успел. Я думал, не успею. Так, ждем ветер. Набираем и проходим. По-быстрому. И зажигаем. Видимо, нам еще для чего-то понадобится факел. Ах, да. Они это сделали, чтобы нам не бегать потом еще. За 3-9 земель. Чтобы взорвать это. И потом включить переключатель. Все. Там еще, я вижу, есть... О, муточка с первого уровня. Я вижу, у нас еще есть некоторые. Так, а, это то, что он взрывает. Обеликс там где-то потерялся. Эй. Пусти меня. Так, значит, источник взрыва находится в другом месте. А это конец взрыва. Если точнее, то он находится где-то вот тут. Вот он. Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Веночек. Как и ожидалось. В этот раз римлян, правда, мало для... Я вот серьезно не вижу обеликса, и поэтому мне интересно, есть продумано ли что-то, если обеликс потеряется, продумано ли на этот счет что-то в игре. Я думаю, что должно быть продумано. О, еще одна небольшая секреточка. Ой, а вот и обеликс, кстати говоря. Эй, ты чего потерялся? Не, застрял в текстурах, наверное. Я не знаю, будет ли после вот этого вот сохранение. Да. Весело живем. Опа. А вот это вот было нечто сейчас. Мы куда-то прилетаем. Все-таки что-то да и продумано. Еще 60 римлян. Когда может быть ближайшее сохранение? Да я не хочу. Немного не хочу продолжать. Бум, баба.
Мне очень хочется на самом деле открыть другие комбо, потому что это комбо я уже знаю. Да? Поэтому было бы интересно узнать еще несколько. Например, я помню, когда-то я покупал торнадо, но это было когда-то очень давно. А остальные я не помню вообще. Опоздал, ладно. Черт с ними. И... осталось 45, я же думал... Я думал уже меньше. Значительно, разве нет? Бо-бо. Я что, сидела комбо? Да, у меня сидела комбо. Ну и черт со всем этим. Интересно, что мне говорят, что не упоминай черта, но... Не знаю. В моей голове эта роль никакой не играет, я ничего себе не представляю, и ничего со мной плохого не случается. И осталось где-то еще 5 штук. И где же они? О, вот они где. А, ух ты. А вот то, что из них еще выпрыгивает, это ново. Так, это возвращение назад. Даже по знаку это видно. Меня больше всего интересует, где сейф-пункт. Опа. А вот как до тут добраться? Ага, это один из проходов. О, сейф-пункт, все. На этом я наконец-то закончу, потому что действительно долговато происходит все это. А ну-ка, сколько минут? О, 54, да, видео явно затянулось из-за вот этих, из-за длины уровня, но... Ладно, всем до новых встреч.